Erkemin nemin turkaman Tirmelleye tirlik tarma geliyen yerine Toyuğuzla tolumağa korkaman Törüğüzde tömmekteyi bulup kalganman Terik sular taşıp salgan sörünmey Tolgan tübek kemik süyelip toyuğuzda kazak neyi görünmüyor. Сегодняшняя акция, общественная акция посадки деревьев на территории Караман, это тоже одна из форм акции гражданского защиты своих прав на среду обитания, и тем самым мы показываем, что нам не безразлична земля наших предков, в каком они состоянии, что с ним происходит, и поэтому граждане наших поселений, наших общин решили, что обратиться к своим братьям голодающим, которые объявили голодовку из-за саботирования поручения главы республики, и попросили им тоже, может, прекратить голодовки и начать с посадок деревьев. Если государство или же МВД как-то преследует наших представителей наших общин разными формами, провоцирует на беззаконные действия, чтобы более жестче можно было бы привлечь к ответственности представителей наших общин, председателей общественных организаций. Но до сегодняшнего дня благодаря Всевышнему, граждане наших поселений не дают повода государственным органам власти по применению к ним какой-нибудь силовой структуры. И тем более не позволяет в своих действиях нарушать законы, федеральные законы, местные законы субъектов Российской Федерации. И согласно Конституции Российской Федерации хотят выстроиться как полноценное гражданское общество. И то, что государством гарантировано каждой общине, это самоопределение и самоуправление. В связи с этим граждане наших поселений, жители приняли решение на территории Черные Камни, на тех площадях, где вырубили деревья, испортили гумс, плодородный слой почвы, для восстановления лесов и плодородного слоя почвы, начали посадку деревьев. И тем самым хотят показать всем, что у нашего общества вполне законные, мирные требования, и такой формой они хотят показать, что в любом случае эта земля нам не чужая, и мы за нее будем бороться. Если сегодня государство считает, что преследуя или посадив представителей под домашний арест или какие-то другие силовые формы применяет, раз государство сажает людей, граждан, которые борются с коррупцией и беззаконием, беспределом в этой республике, то граждане не намерены бороться с такой государственным чиновничьим беспределом. Они говорят, раз вы сажаете наших людей, а мы будем сажать деревья для процветания будущего нашего общества. Вот в связи с этим связана акция, и эти ребята наши хотели обратиться к нашим братьям, которые объявили голодовку, с просьбой, может, прекратить эту голодовку, а начать созидать уже свой мир. То есть самоопределение, самоуправление, и такими же действиями выразить, что мы в любом случае, отправ данные государствам, данные Конституции Российской Федерации и Республики Дагестан, не отказываемся и будем устраивать гражданское общество. До сих пор нам предъявляют и национальные претензии, там,
что мы чьи-то земли забрали вакские. Предлагает и другие там, но цель нашего гражданского общества, оно заключено между государством и обществом. Диалог идет здесь не между народами, лакцами, аварцами, даргинцами. В том положении, в котором оказалась наша община трех поселений, виновата только лишь государственные органы власти. Потому что в том положении, в котором мы оказались социально необеспеченным и незащищенным ни одними законами, ни конституцией, это способствует возбуждению нашего общества против произвола чиновничьего, беспредела, так скажем. Когда президент Российской Федерации и глава Республики Дагестан обращаются к обществу помочь в борьбе с коррупцией, помочь в борьбе с нечистыми на руку чиновниками, так сказать, в борьбе с оборотнями в погонах, выявлять, пресекать и выстраивать гражданское правовое государство. Общество, когда выявляет, предъявляет, и мы везде видим, что государственная машина очень мощная, и правде, честности прорваться очень тяжело, потому что коррумпирована вся наша чиновничья власть. Это уже длится десятками лет, уже второй десяток, третий десяток пошел, когда одни и те же лица состоят у власти. Как в Киеве делают, может быть, пора сделать литерацию у нас тоже. То есть тот, кто был, уже прекратить ему. Потому что эти обворовали, построили свой карточный мир, и сегодня они борются с одним только, чтобы сохранить свой карточный мир. Их не интересует благополучие ихнего народа, общества. Абсолютно не интересует процветание. Если бы такое было бы, имея 1 200 000 гектаров земли, правительство у себя в руках, оно могло бы развивать сельскохозяйственную отрасль. Но здесь тоже мы видим полноценный хаос, что ни государство, ни чиновники не заинтересованы в том, чтобы их общество жило бы, как говорится, вполне обеспеченным в своих житейских проблемах, социальных проблемах, и хотя бы начали бы трудоустраивать это население. Сегодня у нас промышленность абсолютно в республике не развита. Некоторые инвесторы есть. Поэтому единственный выход – сельское хозяйство. Мы – пригородные поселения. Статус у нас был поселком. Когда жители наших трех поселений, более 75%, работали на заводах и фабриках. В связи с тем и нам дали статус поселка, как рабочие поселки стали. Но с приходом демократии у нас заводы закрылись, фабрики закрылись, везде рынок, все перешло в частные руки. И каждый руководитель первым делом старается помочь своему близкому, родственнику, одна сельчанина или что-то. Но это нормальный человеческий инстинкт, которым каждый из нас поступил бы так же. В этом ничего плохого нет. Но тем самым мы, гражданское общество, которое находится сегодня вокруг города, которое уже имеем статус сельского поселения, но у нас нет земель. Поэтому раздали статус сельского поселения нашим поселениям, согласно 131 федеральному закону. Граждане, где не заняты на заводах, фабриках, то им должны дать поселение, и для трудоустройства граждан сельских поселений должны выделяться земли для работы сельского хозяйства. Вот здесь у нас начинаются очень большие претензии с правительством, с аппаратом чиновничьим государственной власти, которые признают нас в одном. То есть они признают, да, действительно, не должны быть поселки, должны быть сельские поселения. Но признав сельскими поселениями, не хотят возвращать нам земли наши колхозы, чтобы граждане этих поселений могли бы трудоустроиться. Вокруг города Махачкалы сегодня 14 таких поселений сельских. До 2004 года 7 из них были поселками рабочими, а 7 были со статусом сельских поселений. Но в 2004 году, согласно федеральному закону,
статус наших поселков преобразовали в сельские поселения. И с тех пор, получается, никто никакую ответственность по трудоустройству наших граждан не несет. Город тем самым от того, что поменял поселок в поселение, он отказался, он говорит, у меня земель нет, вот сейчас требуете у правительства земли, раз вам нужно. И вот эта борьба у нас идет уже третий год. Нам стараются инкриминировать здесь, что мы против лакцев, против каких-то, что мы хотим выселить некоторые народы, чтобы те освободили земли. Все это ерунда и абсолютно с нашим интересом не сходится. У нас идет диалог между государством и нашими общинами. В том положении, в котором оказалось наше общество, виновата только государственная власть, независимо от формы. Сегодня сама Россия отказалась от принципов коммунистического строя, отказалась от всех их постановлений и решений, принятых когда-либо. В связи с этим было принято постановление Российской Федерации об отмене всех постановлений, принятых во время СССР, и принести в соответствии с новыми законами Российской Федерации. В связи с этим мне хочется здесь сказать, что во время России, когда Шанхайско-Тарковский вступал в состав России, он вступал как государство, со своим народом, со своими территориями. Так же каждый народ Республики Дагестан, Аварское ханство, Кайтакское, Уцумейство, все они входили отдельно со своими народами и со своими землями. Поэтому сегодня мы считаем, что Россия, она обязана исполнять те полномочия, которые взяла на себя при вхождении Шанхайско-Тарковской в состав Российской Федерации. Оно гарантировало целостность наших земель, гарантировало безопасность наших граждан. А сегодня мы видим, что ни одно из этих дел не находит себе места в быту у человека. Сегодня тоже мы вопрос ставим не перед народами Северного Кавказа или же Дагестана. Сегодня наш вопрос решается на уровне правительства Республики Дагестан. Способствовать этому должно и сама Российская Федерация, благодаря чьим законам мы оказались в такой ситуации. Конечно, кто как использовал, здесь местные власти использовали в своих интересах каждый. Махачкала, низменные земли, оно всегда имело цену какую-то сегодня. Ну, в принципе, борьба у нас идет за чистоту отношений между государством и гражданским обществом. До сих пор одни и те же люди кланово как присосались к этой должности, и никакими методами их оттуда не получается убрать, а способствует тому, чтобы они сохраняли свои места. В любом случае, центральный орган власти – это Российская Федерация. Может, она сегодня не видит, что здесь гражданское общество уже начало как-то грамотно выстраиваться, начала выступать за защиту своих конституционных гражданских прав, гарантированных государством и субъектами Российской Федерации. И сегодня у нас в Дагестане пример тому, что взращивается здравый общественный строй, который сегодня может полноценно в рамках федеральных законов, в рамках законов субъектов Российской Федерации выполнять функции самоуправления и самоопределения. Внутри народов каждого у нас абсолютно разногласий нет. Каждый из наших народов уважает друг друга, уважает традиции, обычаи, язык и исторические права на свою среду обитания. Внутри народа этого абсолютно нет. Но чиновники во власти, они вот разделяя власть и тем же методом стараются всегда натравить между собой народы, а из всего этого плохого они пожинают только богатство земные. Это деньги, это земля, это обман общества и разворовывание общественного имущества. То, что мы сегодня видим, это вот караман. Оно сегодня хватает, это минимальная картина, посмотрев которую, можно
представить себе на уровне Республики Дагестан тогда, что это происходит. Если в одном 100 гектаров учитываются интересы всех силовых, правоохранительных, исполнительных, законодательных органов власти, то во всем Дагестане вы понимаете, наверное, насколько эти интересы больше. Вот, в принципе, у нас выстраивается вот такое отношение недоверия гражданскому обществу чиновникам во власти. Потому что эти чиновники избираются из представителей самой же власти или же из того круга, в котором они работают. Ни одного представителя из народа там нет сегодня. Даже элементарно можно было бы даже всех тех министров, руководителей, кто сегодня находится во власти, узнать, с какого он села, и пойти в это село и спросить, вы знаете этого человека, и какой вы даете ему оценку. Если бы элементарно руководство республики и вышестоящие органы, которые непосредственно должны контролировать, если бы они придавали бы значение мнению общества по отношению того или иного руководителя или же депутата, утверждающего на чиновничью власть, должность, то я думаю, много ошибок могли бы мы избежать. Потому что в каждом обществе есть очень здравые, умные, перспективные и молодые ребята, и взрослые, которые пользуются уважением и среди своего общества. Также пользуются уважением и среди других народов. И они не запачканы никакой ни политическими интригами, ни финансовыми махинациями, а они высвечены как порядочные граждане своего общества. И за ними сегодня пойдет и само общество. А вот те, кто сегодня находится во власти, они уже более 20 лет. А Булатип, когда пришел, сказали, хватит сидеть на одном месте по 15-16 лет, два срока, как положено законом сегодня установленным. Даже этого много. Но здесь у нас чиновники сидят не 15 лет, есть даже 40 лет сидят, 50 лет сидят. Конечно, он сегодня построил свой карточный мир, и он не хочет, чтобы кто-то пришел и поломал его мир, этот строй. И он всячески старается защитить его и правдами, неправдами, силовой формой или подкупной формой. Ну, здесь у нас в республике это очень сильно развито. И чтобы его поломать, я думаю, надо уже идти в народ и из народа, наверное, выдвигать людей, которые относятся к проблемам общества как к своему личному, личной проблеме. А здесь сегодня к проблемам общества относятся с личной выгодой каждый чиновник. Если ему оттуда есть выгода, он подключится к этому решению этого вопроса. Но если там нет выгоды, и это взято под контроль самой общественности, они это игнорируют и всячески стараются не придавать этому значения. Вот, в принципе, у нас сложившаяся ситуация. Караман, она сегодня является центром, так сказать, интересов нашего гражданского общества, трех поселений, 40 тысяч людей, и является центром интересов чиновников во власти, коррумпированных и бесчинствующих сегодня на политическом уровне Республики Дагестан. И сегодня мини-проект, где гражданское общество борется с чиновничьим беспределом в органах власти Республики Дагестан. И вы сегодня видите, что каждый орган, каждая структура старается наше общество вывести на противозаконные действия. Тем самым сами провоцируют силовые воздействия. За 13-й год, ну, за эти два года по отношению к нашему обществу было принято около 5 форм насилия, так сказать, чтобы насильно выдать. В марте 1300 человек ОМОН выехали после обсуждения у спикера Народного собрания Республики Дагестан.
В мае потом выставили федеральные войска с целью недопущения. В августе уже собрав представителей разных национальностей, те, кто продали эти участки, силовой формы хотели опять-таки устроить как бы противозаконные действия. И в связи с чем, кстати, было возбуждено несколько уголовных дел, и жители наших поселений также были привлечены к суду и приговорены разным мерам пресечения. Опять-таки, не знаю, сегодня получается так, что зародыш закладывается в самосознание гражданского общества. Общество уже устало от беспредела, и он хочет взять в свои руки решение проблем, то, что гарантировано Конституцией. То есть взять под общественный контроль деятельность муниципальных образований, правоохранительных органов, исполнительной власти. Просто взять под общественный контроль. Если издаются законы, если принимаются постановления, проекты, то почему не исполняется ни один из них? Как бы получается, для успокоения народа дают бумагу, а на самом деле все идет в противоположном направлении. Или же это идет саботирование со стороны чиновников всех прав гражданского общества. Или же это идет с разрешения и с поддержки федеральных органов власти. Как так? Видя бесчинство, беззаконие, никто на них не может воздействовать даже. Ну, понимаю, у нас в республике, да. Но когда дело доходит до Российской Федерации, когда он решает глобальные мировые проблемы в жизни граждан всего мира, то почему же он не может проблему своих граждан решить или же хотя бы взять под контроль для того, чтобы решить его в правовой форме. Если мы, как гражданское общество, не правы в чем-то или где-то что-то нарушаем, то хотели бы, чтобы нам разъяснили это, где мы нарушили, в связи с чем мы это нарушили. Но такого диалога абсолютно нет у чиновника и общества. Сейчас там разные общественные организации создают разные площадки. Вот мы вам создаем площадки, придите, выскажитесь. Извините. Сколько можно выговариваться? Пора, наверное, уже действовать, работать. Не публичные слушания надо проводить сегодня, а надо проводить публичные нарекания на тех чиновников, которым доверили мы решение своих общественных проблем, а они игнорируют и не решают. Пора, наверное, уже порисать их за безответственность. Я думаю, чем больше мы будем представлять обществу, публике, чиновников, которые не исполняют поручения руководителей ранга федерального органа, пускай субъектов Российской Федерации. Пока мы не будем их публично обсуждать, пускай это будет по интернету, пусть это будет даже по телевидению, но газета, она у нас сегодня чуть-чуть, там можно написать, но обсуждать там не получается. Пускай создают площадки, где общественные организации могли бы потребовать от каждого исполнительного органа, кто обязан был решить ту или иную проблему общества, вместе с обществом, и это дать осветить полностью и в информационной, и по телевидению, и в прессе, и в интернете. Чтобы другой чиновник, который будет идти на это место, чтобы он понял изначально, что ему придется держать ответ не перед руководителем республики, а перед обществом всей республики на место. Вот тогда, я думаю, мы что-то сможем в этой республике построить, гражданское правовое общество. А пока идет игнорирование прав и интересов граждан республики Дагестан, мы всегда будем как в болоте, это болото будет засасывать нас, и никто нам здесь руки не подаст, если мы сами друг за друга не возьмемся, не сплотимся и не выступим против этого произвола. Потому что нам всем вместе с вами строить будущее для наших детей. Я думаю, что ни один из родителей, ни отец, ни мать никогда не пожелает своему ребенку плохого. Так давайте же мы все вместе постараемся ради будущего наших детей. И построим правовое государство, где общество – высший закон, к
который дает правовую оценку деятельности органов.